Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о минеральных удобрениях, которые являются для наших растений источником фосфора. Фосфор является очень важным элементом питания растений, особенно он необходим растениям в фазе цветения и образования плодов. Бывает так, что в почве фосфора находится довольно много, однако он находится в недоступной для растений форме. Мы об этом говорили на нашем канале. Поищите ролики, как такой фосфор сделать доступным. Мы говорили о нескольких приемах. Сегодня же я расскажу вам о суперфосфатах, как их правильно применять, а также о новомодных удобрениях, которые содержат не только фосфат, но и калий. Среди наиболее распространенных фосфорных удобрений мы можем встретить суперфосфат простой и двойной. Простой суперфосфат содержит примерно 17% усвояемого фосфора, а двойной примерно 46%. И простой, и двойной суперфосфат являются производным обыкновенных полезных ископаемых, которые называются апатиты. Апатиты представляют из себя совершенно недоступные растениям соединение фосфора и кальция. Из подобного рода минералов состоят также кости, зубы и так далее. Это одна из наименее растворимых солей кальция. Естественно, что в чистом виде такой апатит не может вноситься в почву, поскольку необходимо очень длительное время и работа микроорганизмов почвенных, чтобы этот фосфор стал доступен растениям. Поэтому для массового использования и используются суперфосфаты. Суперфосфат означает, что фосфаты переведены там в более растворимую форму. Для того, чтобы это сделать, апатиты обрабатывают фосфорной кислотой. В результате фосфаты кальция превращаются в гидрофосфаты кальция, которые являются более растворимыми. Суперфосфат простой, кроме того, содержит балластные вещества, однако балластными их можно назвать только условно. Он содержит карбонат кальция, он содержит гипс, который является источником серы для наших растений, а серу называют четвертым по важности элементом питания растений. Он содержит некоторые другие, в том числе важные для растений соли. Однако фосфора там не так много. Двойной суперфосфат, кроме того, освобожден от части балластного вещества. За счет этого количество, массовая доля доступного фосфора там повыше. Он практически не содержит гипса, то есть не содержит серы, но больше содержит фосфора. Насколько опасны эти удобрения для почвенной микробиоты и для растений? Эти удобрения являются физиологически нейтральными и абсолютно не опасны для наших растений. Их можно применять в том числе на кислых почвах. Простой суперфосфат лучше применять на более засоленных и более щелочных почвах. Двойной суперфосфат лучше применять на более кислых почвах. В любом случае необходимо помнить, что нейтральная реакция почвенного раствора является наиболее оптимальной для наших растений. При внесении суперфосфата совершенно не рекомендуется одновременно вносить соединение кальция. Избыток кальциевых соединений вернет те гидрофосфаты кальция к состоянию малорастворимого апатита. Поэтому необходимо внесение фосфорных удобрений и известковых материалов максимально разнести во времени. Ну, например, суперфосфат вносить в один год, а известкование проводить только в конце года после того, как вы внесли суперфосфаты. То есть два этих процесса, обогащение почвы фосфатами и нейтрализация почв избыточной кислотности, должна быть разнесена во времени хотя бы с разницей в один год. Сколько нужно вносить фосфатов? Конечно, это очень зависит от обеспеченности фосфатами почвы, а также потребности в фосфатах растений. Большинство овощных растений, а также земляника, очень требовательны к содержанию фосфора. Именно этот элемент питания обеспечивает биохимическую ценность плодов, накопление сахаров, витаминов, обеспечивает хорошее формирование цвета, то есть накопление окраски плодов, а также их вкус и аромат.
Поэтому фосфаты абсолютно необходимы. Фосфаты являются медленно действующими удобрениями. Поэтому непосредственное внесение в почву в год внесения является не таким уж и эффективным. Они эффективными станут только на будущий год. Поэтому фосфаты рекомендуется вносить с осени для того, чтобы к весеннему периоду они стали более доступными растениями. У нас на канале имеется рецепт быстрой фосфорной подкормки, тогда, когда мы фосфаты делаем доступными здесь и сейчас для растений. Это очень важно бывает в том случае, если вы не вносили фосфаты. В то же время на смену суперфосфатам приходят такие удобрения, например, как калиаммонофосфат. Калиаммонофосфат является самым концентрированным фосфорным удобрением. Он содержит более 50% усвояемого фосфора в абсолютно растворимом виде. Кроме того, 34% здесь имеется также доступного калия. Поэтому это удобрение является и быстродействующим, и очень эффективным. И, как правило, в тот же период, когда необходим фосфор, в этот же период растения испытывают большую потребность в калии, в калийных удобрениях. Единственным жирным таким недостатком этого удобрения является его стоимость. Фосфор из такого удобрения очень и очень дорогой. Если вы не являетесь приверженцем минеральных фосфорных удобрений, в этом случае вы можете частично, по крайней мере, заменить суперфосфаты или калиаммонофосфат хотя бы на костную муку. Как я уже сказал, наши зубы, кости, точно так же, как и животных, содержат и состоят в основном из вот этого, ну, подобного минерала на апатит, из кальция фосфата. Однако фосфаты костной муки являются абсолютно недоступными растениями. В этой связи вы должны активно кормить микрофлору, почвенную микрофлору, органическими разными субстратами, а также использовать такие микробиологические удобрения, как, например, фосфовит или подобные, которые содержат в своем составе достаточное количество фосфат-мобилизаторов. В этом случае фосфорные удобрения из костной муки будут доступны для ваших растений. Однако к недостаткам костной муки, кроме того, что она содержит недоступный фосфор растения, можно отнести также и высокую ее стоимость. Поэтому подумайте как минимум два раза, как следует, перед тем, как отказываться от таких экологически безопасных, безопасных для почвенной микрофлоры, наоборот, стимулирующих развитие почвенной микрофлоры, стимулирующих развитие растений, стимулирующих развитие дождевых червей и других полезных микро- и макроорганизмов в почве, прежде чем отказываться от этого удобрения. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего!